Эй, хочешь попасть в начало видоса, как это сделали вот эти ребята? Тогда скорее ставь лайк и пиши крутой комментарий. Вдруг уже в следующем видосе будешь именно ты королем комментариев. Хей, здорово, чуваки! С вами я, как обычно, Райлюха, и сегодня мы продолжаем наш любимый эксперимент в GTA 5. Это же у нас ямы с водой. Сможет ли машина проехать вот эти ямочки с водой, ребята? Ну, посмотрите, первая яма маленькая, вторая поглубже, третья глубже, еще глубже, 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 всего 10 ям, и последняя яма самая глубокая. И нужно доехать до самого финиша на наших офигенских машиночках. Смотри, что у нас сегодня за машинки. Ну, во-первых, это у нас Патриот, это Лотус, это Бугатти, это какая-то, блин, это какой-то закос на Теслу, что ли. Это у нас получается Мерседес, Беха, Бугатти Атлантик, о, Матизик! Смотри, тут у нас такой Тигр, ё-моё, Росгвардия. Потом, смотри, Ламба Венена, мусоровозик, экскаватор, озон фургон, реанимация, скорая помощь такая, да? Так, Toyota Camry такси, это у нас, ё-моё, минивэн, оперский минивэн, мерседесик тоже. И на самое вкусное у нас, ребята, новые модельки, да. У нас пополнение в модельках, это у нас новая тачка на больших колесах, а именно это у нас двенашка. Это двенашка на больших колесах, посмотри. Просто посмотри на эту красоту. Это же просто офигенно, ребят. Смотри видосик обязательно от начала и до самого конца. Ставь лайк на это видео прямо сейчас. Кто лайк не поставит, тот реально жадина говядина. Ну и, конечно же, подпишись на канал, если ты до сих пор не подписан, чтобы не пропускать новые видосики. Ну а мы, ребят, погнали. Сначала мы, конечно же, затестируем Матизик. Матизик, однозначно, садимся в Матизик, заводим. Вам желаю, ребят, приятного просмотра и приятного аппетита, если вы на данный момент кушаете, да. Кушаете там, чаечек пьете, хрумкаете чипсики или там, я не знаю, супчик хлебаете. Короче, да, приятного вам аппетита, ну а мы начинаем наш эксперимент. Так, на Матизик, кстати говоря, так, сейчас проедем. Раз, первая ямка, изи, на Матизике, да. Блин, Матизик маленький, он, в принципе, наверное, далеко-то не проедет, да, ребят? О-о-о, блин, ё-моё. Так, хороший был момент, надо вот тут, надо подгадать. Во, вот сейчас. Изи, вторую ямку, изи, а третья тут уже глубоко. А, во-во-во-во. Во, давай, погнали. Ес! И третью ямку. Ё-моё, заглохло? Матиз заглох, ё-моё, еще и укатился. Ребята, просто жесть, давай. Не, ребят, все, кирдык, заглохла тачка, к сожалению. А что мы делаем с машинами на этой карте? Мы их вот так берем и вот так вот замораживаем. Да, чтобы было видно, докуда доехала. До третьей ямы. Кстати, дружище, я знаю, что ты тоже хочешь поиграть в GTA 5, как я. Смотри, что для тебя нашел. Игровая торговая площадка Case for Gamers. Огромный каталог игр на все платформы. Выбирайте сами продавца, у которого хотите купить, и найдите самый выгодный для вас вариант. Оплачивайте как вам удобно, хоть киви кошельком, хоть карты, хоть криптой. Все очень удобно. А также круглосуточная поддержка поможет вам всегда. Задавайте любые вопросы. А теперь самое интересное, по промокоду Райлюха вы получите скидку 10%. Его нужно вводить во время способа оплаты. Вот, смотри, как показываю. Вот сюда, вот, применить. Всем рекомендую. Ссылочку оставлю в описании. Не пожалеете, переходите. И я, ребят, опять кое-что забыл. А что же я забыл? А я забыл поставить телепорт. Да, все, поставили телепорт и погнали дальше, ребята. Берем мы, получается, о, Лотус. Это, в принципе, спортивная тачка, она может очень даже неплохо, ребят, она что, праворульная? Она может очень даже неплохо проехать. Ну-ка, ребят, давайте-ка мы это и затестируем. Так, подожди, вода. Слишком много воды, ребята. Воды, слишком много в этом видеоролике, да? Опачки. Погнали! Ё-моё! Чё? Уже заглохла машина на первой яме? Ребят, первая яма, ну вы видели, тут в принципе немного было, когда я начал ехать. Первая яма, и Лотус уже заглох. Да, вот вам и спортивная машина. То есть, Матизик легендарный, круче, чем вот этот Лотус, да? Вы в шоке? Я вот тоже в шоке. Так, ребят, короче, давайте тогда что-то другое возьмем. Например, не знаю даже. А, во,
давай вот мы на этом мерседесике сейчас. Ребят, вы вообще хоть напишите в комментарии, как там дела у вас, как погода за окном. Вот у меня снег, как бы он уже походу не растает, потому что скоро и декабрь будет и так далее. Вот, снег, холодно очень сильно у меня за окном, вот. Поэтому ты тоже пиши, как там у тебя вообще, у тебя погода. Потому что я вот опять, я повторюсь, просто буду завидовать, если у тебя реально солнышко. Это просто, это будет офигенно. Вот, солнышко, тепло, жара. О, погнали. Погнали. Нифига, изи, изи вообще. Давай, Мерседес, ё-моё. Да, ребят, поэтому жду ваши комментарии. Тем более, комментарии я читаю, все лайкаю и добавляю в начало ролика. Ё-моё. Так, мы до четвертой ямы доехали. И как бы нам ее тут проехать? Ну-ка, ребят, раз. Ну-ка, ну-ка. Чё, Мерседесик не проедет, что ли? Давай, 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 погнали. О, нифига, Мерседес. Вот это Мерседес, я понимаю. И давай, пятая яма. Опачки. Ой-ой-ой, хипкар-лапкар. Ну все, конечно, все. Все, кирдык. Кирдык башка, ребят, все, до пятой ямы. До пятой. Мы доехали на нашем Мерседесике, мы его берем. И вот сюда вот мы его ставим. Пятая. А пятая яма — это половина. А если до половины мы доехали, это уже очень круто. Это прям, так, подожди, это прям вообще офигенно. Так, погнали дальше, ребят, давайте мы возьмем теперь, о, Бэху. Был Мерседес, теперь давай БМВ возьмем, вот такую красивую, прикольненькую. Так, вообще вот напиши, ты бы какую бы тачку выбрал бы в реальной жизни, Бэху или Мерин, а? Я думаю, ты бы выбрал, наверное, БМВ, потому что больше все-таки людей любят БМВ, чем Мерседес. Ё-моё, аккуратно, аккуратно. Так, вот на третьей яме, конечно, сложновато, ребят, нужно прям аккуратненько, опачки. А вот и все. Расказамбусы полная, ребят. Все, кирдык. До Матиза доехали. О, вот вам и ваша БМВ. Все, она заглохла. Просто до отсечки движочек. Движочек, все, водичкой залитый. Все, кирдык, ребят. Просто кирдык. Замораживаем мы на месте, получается. Опачки. Ну, фиговенько, конечно, фиговенько. Ну, а что поделать? Ну, а что поделать? Так, ладно, погнали. Что-то как-то, блин, вообще, ну-ка, а что мы помощнее-то можем взять, а, ребят? У нас, в принципе, это тачки мощные, вообще, я не понимаю. Бугатти, да, вот эту Бугатти возьмем. Бугатти! Давай, Бугатти берем. Она такая прям новая Бугатти, такая хорошая, добротная. Так, ребята, опачки, и погнали. Во, 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 вот это, я понимаю, ребята. Вот это машина... Так, а вот это я не рассчитывал на такие обороты, конечно. Тачка перевернулась. Ну, ладно, до четвертой хотя бы доехала, и то хорошо, только подожди. А что это самое? Что разлеглась-то? Что разлеглась? Давай-ка мы тебя вот сюда поставим. Ребят, ну, пока что хорошо, в принципе, идет. А, понятное дело, у нас пока нет никаких тут внедорожников, да, пока на внедорожниках не катались, и поэтому далеко мы не уехали. Но ладно, давай возьмем вот Бугатти. Бугатти Диво на меня смотрит, такая Диво, красиво. Так, заводим ее, и погнали. Сейчас на Бугатти мы тут попробуем проехать. Во, вот тут давай, погнали. Нифига! Ребят! А что такие волны гигантские? Я чуть не понял, что тут воды так много? Так, четвертая, четвертая тут, конечно, сложная ямка. Опачки, попочки, ни финта себе, ой-ой-ой. Так, Бугатти, Бугатти выживет, не выживет? Бугатти выжила или не выжила, а? Ребят, вопрос. Чё, она реально все заглохла? А, ну вот две Бугатти, да, понятно. Это у нас Бугатти Дива, а там у нас, а как взять машину? А это у нас Бугатти Дива, а мы сейчас катались на Атлантик, Бугатти Атлантик. Ну, вообще, две Бугатти до четвертой ямы доехали, прям равно, прям поровну, ё-моё. Так, окей, берем тогда вот эту вот тачку, потом уже перейдем к тяжелой артиллерии, реально. Там уже, я думаю, много тачек будут еще дальше ехать. Так, вот такой на капсуле сейчас мы проедем. Тачка реально закос на Теслу, как будто это как китайский, ё-моё. Так, подожди, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, подожди, подожди, подожди. Ролюха, во, вот сейчас, погнали. Раз, замечательно. Два, великолепно. Так, подожди. Три. Опачки, замечательно. Так, подожди. Смотри, до пятой уже, до пятой. А, нифига себе. Закос на Теслочку, да, говорите? А очень хороший даже. Ну-ка, опачки. Замечательно. Великолепно. Ё-моё. Все, что ли, заглохли? Подожди, до шестой. А может, она едет дальше, реально? Это же электрокар. Как она из воды просто так выезжает и едет дальше? Чё? Пацаны, это как? Смотри, она просто... Она просто выныривает. Чё, блин? Ребята, это, конечно... Это очень хорошо, прям замечательно. Ну-ка, подожди. Опачки, выкручиваем руль. Ё-моё, до девятой ямы доехали. Девятая яма!
Да ладно, а чё за... Это реально... Вот это китайская тачка или корейская? Будто китайская, да, какая-то? Реально, смотри, как чётко доехала. Чётенько прям. Девятая яма! Тут уже мега глубоко. Десятая. Чё, блин? Что творит эта машина? Кто-нибудь мне скажет? Чё, реально, китайские тачки рулят, что ли? Смотри. Просто раз, и всё проехало. На изи. Это настолько сейчас было легко, что я просто чуть не пернул, реально. Это офигеть. Это просто жесть какая-то. Ладно, выходим. Первая тачка, ребята, на финише. И это просто великолепно. Это супер. Это уже круто. Как у нас проедет УАЗ Патриот? Патриотик. Ну-ка, садимся в Патриотик. Давай сразу мигалочки. Во. Во. Замечательно. Круто. Так, давай на Патриотике. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас аккуратненько. Ну, блин, чё так воды-то много? На первой яме больше воды, чем на второй. Чё это такое вообще? Как проехать-то? А, во, поехали. Опачки, фига воды. Да ё-моё, воды много очень. Это вторая яма только. Чё, блин? Как так-то? Так, ладно, погнали. Опачки. Так, в четвёртой нет воды почти. Изи. Так, пятая. Фига, патриот! А куда так патриот фигарит? Ё-моё! Нежданчик. Попал под трамвайчик. Ребят, чё? Это шестая яма? Фига, патриот под водой едет. Подожди, походу это чётко. Походу это очень круто. Седьмая яма. Так, подожди, если патриот ещё до конца доедет, то я просто офигею. То я реально просто офигею. Ну-ка, подожди. Он реально под водой, просто под водой, хоп, выныривает. Окей, восьмая. Ребята, это что такое? Это просто что-то с чем-то, реально. Это очень круто. Так, ну-ка, подожди. Опа. Опачки. Давай, выныривай, выныривай. Едь! Ребята, на восьмой яме заглох у вас патриот. Просто, чё, блин? Ё-моё! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ребята. Вот это печально. Вот это реально печально. На восьмой яме. На восьмой яме заглохли мы на УАЗике Патриоте. Так, пацаны, теперь, короче, хочу проехать, знаешь, на ко... О! Toyota Camry. Toyota Camry, Яндекс Такси. Ну-ка, ну-ка, ребята. Работа, ну-ка. Такси, кого подвезти на такси, ребята? Садитесь на Toyota Камрюхе. Райлюха на Камрюхе подвезет куда надо. Просто куда надо, куда захотите. Ё-моё, так аккуратно. Аккуратно. Первую яму изи. Блин, а чё так? Ребят, просто волны, капец. А чё реально с водой? Помните, у нас не такие волны были. Это только первые ямы. А дальше еще хуже. Ну, это понятно, что хуже, но, блин, на первых ямах с водой уже такие гигантские волны и дофига воды. Вот пятая, просто пятая яма. И тут просто дофигища воды. Ну, просто немерено, ё-моё. Как это проехать-то? Как? И я заглох. Просто на пятой яме. На пятой, ребят, на пятой. Не на какой-то там восьмой, да? На пятой яме. Пятая яма, понятно. Ладно, телепорт. Хорошо. Окей, тогда берем мы следующую машинку. Давай тогда возьмем мы тяжелую уже артиллерию. Например, оперскую вот такую минивэн-тачку. Мерседесик такой, просто ё-моё, минивэнчик прям жесткий, жесткий минивэнчик. Давайте сразу врубаем. Опа. Все, топим нафиг, топим. Вот этот минивэнчик уже, вон даже вода, даже воды нету, даже вода нас боится. Просто посмотри, просто посмотри. Фига, все, на пятой яме мы, на пятой, давай, шестая. Шестая! Ой-ой-ой, пацанчики, нормально едем. Давай, шестую, выйдет тачка, не выйдет? Опа-на, замечательно, так, давай. Седьмая. Ох ты ж, ёшкин дрын. Замечательно, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай, выезжай, выезжай. Выруливай, что, выйдет? Да ладно! Офигеть! Восьмая, ну-ка. Давай, давай, давай. Пожалуйста. Изи, ребята, это просто изи, нафиг, отвечаю. Опа-на, девятая, пацаны, девятая, пожалуйста, пожалуйста, проедь до конца. Ну, фургончик, ну ты оперский, минивэнчик, ну ты же оперский, реально, ты должен тут все просто взять и проехать на изи. Так, из девятой выехали, давай, в десятую, ну-ка, я что-то в шоке, реально проедет? Пацаны, тихо, только не перевернись, смотри, какие волны, реально, просто может тачку перевернуть, и мы уже не доедем. Ребята, вторая тачка на финише, походу. Да, ребят, вторая тачка на финише. Просто идеально, ну просто. Просто.
великолепно. Опа, паркуем. Все, две тачки уже на финише. Нам хотя бы 4 надо. Вот сюда еще и вот сюда еще. Ну вообще, побольше. Короче, две тачки есть. Это, ребята, я очень рад. Я просто очень рад, ребят. Так, подожди. А у нас тут есть еще, знаешь что? Озон. Озон доставка. Сейчас посмотрим, как фургон Озон доставки на самом деле доставляет ваши посылки, ребят. Смотрите, берем. Да нет, хорошо доставляю, смотри. Через огонь и воду, ё-моё. На изи просто доставит все как надо. Смотри, раз. Изи. Четвертая. Четвертая ямка. Четвертая ямка. Изи. Пятая. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Нормально, смотри, до шестой. Ну-ка. Шестая ямочка. Ой-ой-ой. Ну-ка, ну-ка, прём. Давай, озончик, не подведи. Давайте мы представим, что это озончик едет в пункт выдачи, ё-моё. С нашей посылочкой. Давай, сейчас узнаем. Ё-моё. Не, ну хорошо, фига. Он реально? А как он под водой? Я вот не понимаю одно. Как они едут под водой? Типа у них еще мощность остается, чтобы под водой ехать или что? Во, смотри, раз. Типа некоторые машины... Ну, большинство машин так не могут. А вот некоторые могут так ехать. Я вообще не понимаю, как. Это уже какой-то, я не знаю, вот, смотри, задним ходом. Передним ходом, вообще на изи. Ты видишь это? Это да, конечно, жесть, ну-ка, какая яма. Десятая. Ребят, извиняюсь, я аж офигел что-то. Десятая яма. Ёма, что-то я закашлял. Блин, вонючая зима, ненавижу зиму. Я, походу, сейчас заболею скоро, ребят. Извиняюсь, если что, за голос. Заранее. Так, мы реально проехали до финиша. Ё-моё, вот это я понимаю, озончик. Озончик, оп, дрифта раздал и на финиш заехал. Замечательно. Вот оно, вот они, блин, близнецы, ё-моё. Так, ладно, подожди, телепорт. Давай, хотя бы еще тачку на финиш, одну хотя бы. О, давай сразу вот этот минивенчик. Скорая помощь. Так, ну-ка, а скорая помощь как проедет, очень интересно. Так, давай сразу, оп-оп. Давай, мигалочки. Пропускайте меня! Мне, блин, до клиентика надо. Ой, до больного, до больного. До пациентика. Пропускайте, я говорю, все, ё-моё. Вода, блин, расступайся. Вода, давай, давай, нафиг. Отсюда. Ё-моё. Да что ж такое-то? Давай, давай, едь, едь, едь. Ой, а, кстати, все, сирена, эти мигалки поломались, ребят, полностью, реально. Все, нет, нет у нас больше мигалок. Их, походу, водичкой залило. Ё-моё! Нормальный! О, чё, реально? Фига, смотри, мы снова просто едем и едем. Вообще четко. Вот вторая линия машин у нас всегда прям такая четкая. Прям вообще хорошо у нас машинки ездят. И вообще... Ребята, перехвалил. Опять перехвалил, опять тачка заглохла. Просто все, тачка не едет. Тачка... Во, все. Ну что это такое? Ну что это такое? Ну едь давай! Ребят, к сожалению, нет, эта тачка не доедет до конца. Ну, конечно, жалко, да, но что поделать. Зато она почти доехала до конца. Вот это я понимаю, скорая помощь. Хорошая, просто через всю воду проедет, ё-мо. Ну, почти через всю, только если не очень глубоко, ребят, конечно. Так, ребят, подождите. Тут у нас вообще такие тачки офигенские есть. Вот давай, допустим, Росгвардия, ё-мо. Росгвардия, просто садимся. Опачки. Опачки, так, давай я, может, себе бессмертие сейчас дам. Вот так, оп, изи. Так, ну-ка, Росгвардию сейчас мы затестим. Такой ЗИЛ, офигенский. Это ведь ЗИЛ? А, нет, это не ЗИЛ. Это что-то, Урал, да, или Тигр. Что это, ребят, Урал вроде, Урал, Уральчик. Какой ЗИЛ-то? Так, погнали. Опачки, нифига, ребята. Готовьтесь, это изи финиш. Тачка тяжеленная просто, она... Она под водой не замедляется даже, а ускоряется. Готовьтесь просто. Это, походу, изи победа. Смотри. Смотри просто. Ё-моё. Нитро? У нее нитро есть. Ребят, у тачки нитро есть. Она с нитро едет. Отвечаю. Десятая яма. Ребята, это... Что, ребят, ну, конечно, я понимаю новые модельки, да? Но чтобы настолько крутые эти модельки были, ребята, это, конечно, просто вах! Красота! Четыре тачки на финише! Четыре тачки на прокачку, чтобы было все четко. Смотри, раз, два, три, офигеть!
Офигеть, вот это я понимаю. Вот это мне пока вообще очень нравится. Такая прям вообще машина. Реально везде ведь проедет. Просто везде, ребята. Так, телепортейшн. И давай мы теперь возьмем... что же мы возьмем, ребята? О, может, вот эту? Мусоровозик? Мусоровозик. Опачки. Так. Ну-ка. Ну, кстати говоря, вот я знаю то, что... если ты, так сказать, преданный зритель, и видосики вот до конца смотришь... Вот, кстати, напиши мне, до конца ты видосики смотришь, не смотришь? Вот если смотришь, то ты знаешь вот эту машину. Вот эту, да? И знаешь, как она ездит в этих экспериментах. Смотри, покажу. Первая яма. Давай, вторая. Третья. Ну, смотри, смотри. Ну, просто глянь. Изумительная. Изумительная езда. Ё-моё. Извиняюсь, ребят. Реально что-то, походу, заболеваю немножко. Опа-на. Смотри, седьмая яма. А мусоровозик едет и едет. Ну, великолепно же едет. Просто великолепно. Опачки. Ой. Походу, я перехвалил, ребят. Я перехвалил мусоровоз опять! Ну что ж такое-то? Все, заглохла машина, к сожалению. Реально все потухло. Все не едет. Вот, ну, дергает столько. А дергание нам не надо, как бы. Так, давай, берем. И вот сюда мы ее замораживаем. Опачки, замечательно. Это, получается, у нас восьмая яма. До восьмой ямы у нас доехал, получается, мусоровозик. Так, ребят. О, экскаватор? Че, блин? Ну-ка, на экскаваторе-то мы сейчас проедем. Ну-ка, подожди, любопытно. А может, не проедем? Ну-ка, дай-ка мы... Ну-ка, подожди. Давай вот с этой стороны. Опа, о, нифига я подгадал. А сейчас узнаю, насколько хорош это, этот, блин, великан реально с ковшом своим. Он должен вообще воду, да, вот так вот разгребать просто. Отталкивать своим ковшиком. Хотя, фиг его знает, может, не должен он нифига. Но пока едет уверенно, кстати. Вот на пятой, вот уже шестая яма. Блин, вот это экскаватор, он как будто читерский, он такой быстрый просто. Он реально ускоряется очень быстро, хотя вроде экскаваторы, они же такие медленные, прям как черепахи. Да ведь? Ну-ка подожди, опачки, давай! Восьмая яма, ребят, восьмая. Уже доехали до этого мусоровозика, грузовичка. Ну-ка, ребята, опачки. Девятая ямка. Давай. Блин, если до финиша доедем на экскаваторе, я просто офигею, реально. Я буду в шоке. Я реально буду в шоке. Ну-ка. Десятое. Внимательно смотрим, кулачки держим. Внимательно. Ё-моё, не-не-не. Задом! Ё-моё! Что, блин? Он задом заехал. Офигеть. Вот это, конечно... Жесть, это полная жесть, пацаны. Так, паркуем, 5 машин на финише уже. Просто 5 тачек. Ребят, я что-то в шоке. Я реально в шоке, вы на это гляньте. Так, ну хорошо, выпуск идет замечательно. Ребята, вот хочу вам показать одну читерскую тачку. Это Lamborghini Venena. Необычная машинка, на самом деле, совсем необычная. Она с нитроускорением, да. С нитросиком, но сейчас вы кое-что увидите. Давайте. Вы готовы? Давай, возьмем разгон. Берем разгончик на этой Lamborghini. И погнали. Нитро. Топим. Ё-моё! Фу! Нифига себе! Да мы просто перелетели! Просто все! Подожди. Вы видали? Так, подожди. А мы можем реально взять и просто перелететь абсолютно все вот это? Но нам, конечно, нужно постараться будет. Будет постараться надо. Надо будет постараться, пацаны. Но мне кажется, что мы сможем это все просто взять и перелететь. Так, подожди, берем. Так, подожди. Нитро. Ну-ка. Давай. Ё-моё. Не, ну блин, ну мы перелетаем, но мы просто весь эксперимент перелетаем. Ну, давай вот засчитаем, что она перелетела. Я думаю, ей можно такой балл засчитать. Реально, тачка постаралась. Через всю карту же можно даже перелететь, прикинь. Вот это я понимал, Ламба. Вот это я понимал, Ламборгини. Просто мега офигенно. Я тебе даже рекомендую это пересмотреть 5 раз желательно. Потому что реально, это было прям мега экшоновски. Но у нас тут новая моделька, ребята. Новая моделька. Представляю вашему вниманию. Просто гигантский вот такой внедорожник Bigfoot. Двенашка. ВАЗ-2112. Садимся. Ё-моё. Как выглядим? Вот так мы сидим. Лилипутики такие. Ролюха. Лилипутик. Так, давай-ка мы сейчас выровняемся.
Ну чё, сейчас вы, ребят, увидите, как будет этот великан. Двинашка. Это двинашка ехать по этой воде. Сейчас просто офигеешь. Вот если лайк до сих пор не поставил, если еще не подписался, до сих пор. Ребята, ну давайте, исправляемся. Смотри, вторая яма. Исправляйтесь, да, реально. Лайкосики завозите, подписочку оформляйте. Жду. Четвертая яма, изи. Даже колеса даже наполовину. Вот нам теперь даже эти волны, вообще не страшны. Абсолютно. Смотри, седьмая. Седьмая яма, опа. Изи. Ну-ка, восьмая. Раз. Ну вообще лафа, да? Девятая. Ну, уже колеса полностью почти, да, скрылись. Ну-ка, десятая. Давай, аккуратненько, медленно. Смотри. Смотри просто! Вот это я понимаю вездеход, смотри. И назад могу ехать, и вперед, и все вообще четенько у нас. Смотри. Изи. Вот это я понимаю, тачка. Можно реально колеса помыть. Ну что, на финиш? Ну что, ребят, на финиш! Просто напиши обязательно в комментарии, какая тебе тачка из этого видосика больше всего понравилась. Мне, наверное, Lamborghini, Росгвардия, ну и вот это, конечно же. Жду твои тачки в комментариях. Большое вам, ребят, спасибо за просмотр, за лайк, за комментарий, за подписку. Вы самое лучшее, знаете это. Не пропускайте новые видосики, снимаю каждый день. С вами был Райлюха, удачи, до завтра!